Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гагдропчик. У меня на балике 10202 рубля. В прошлом видосе мы дошли до балика в 17 тысяч. Мы там подняли плюс семерик за видос. Но я катал немножко вне ролика, 7 тысяч просрал. То сегодня будем подниматься с этого баланса. И надеюсь, мне гагдропчик будет выдавать еще лучше, чем в прошлом ролике. Потому что плюс 7 тысяч — это неплохой результат за видос. Но зная гагдропчик, он может выдавать куда лучше. Полетели со старта шашлыки, 5 штучек на 5 тысяч рублей. Посмотрим, как он мне вначале выдаст. Но в идеале, чтобы выдавал сразу плюс, потому что я люблю использовать поговорку: как ролик начнешь, так его и закончишь. Но вроде как, сколько? 5600, это плюс на 600 рублей. Да, плюс небесный, но я, как и говорил, самое главное — просто начать в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так его и закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего: скиваться, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110, вы со старта будете в хорошем плюсе. Также за каждый задепозитный рубль вам дают один бонус в рыбалке. Вы можете вот сюда вот как сам перейти в рыбалку и обменять свои бонусы на рандомный скинчик. А в среднем отсюда падает еще где-то от 5 до 20% к депозиту. Вот мне сейчас с рыбалки упало сколько? Мне упало 630 рублей, это плюс 6% к депозиту, но на самом деле слабоватый, я надеялся, чуть получше упадет. Но тоже неплохо, плюс 6% на халяву залутать. Еще у них есть гонка, вы можете выполнять задания, подниматься в таблице лидеров и забирать призы. А также барабан бонусов первый раз крутите, если просто регаете, по моей ссылочке в описании под видео, второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халявы тоже можете забирать. Ладно, полетели дальше, открывать кисики. На балике у нас уже 11 кусков, давайте сейчас попробуем еще раз шашлыки, 5 штук на 5000 рублей. Потому что вначале он выдал всего лишь плюс 600 рублей, и как будто бы он может жестче. Так, уже две эски скоростной зверь падает, отлично. И последняя золотая спираль за 3200, отлично. На балике 15 тысяч рублей, это мне уже нравится. Так, давайте сейчас праздничные огни, 3 штучки на 5400. Так, причал 1700 и юм пламя 600, отлично. Еще 3 штучки, это мне нравится. Так, интегрейл 1100, дальше 598 и 568. Но 2300, слабовато, давайте еще 3 штуки попробуем открыть. 5500, аук песчаная буря, отлично. Слушайте, я не знаю, что это за аук и почему он так дорого стоит, но меня все устраивает. Но я хочу еще рискнуть и сделать апгрейдик до 10 тысяч рублей. И возможно даже, кстати, если выиграю, как будто бы можно поставить на вывод. Давайте, может, вот такой вот калашик кровоспорт, 46% полетели. Давай, родной, не подводи, не подводи. Стой. Апгрейдик мы выигрываем, причем без всяких проблем, уверенно. И давайте вот этот калашик поставим на вывод. Он 10 тысяч стоит, он красивый, филд-тест, еще это и не закалка. Так, все, калашку у меня поставлен на вывод. А когда мне придет трейдик, у меня будет уведомление, то полетели, пока дальше подкроем кейсы. Ну, слушайте, нормально, мы уже вы... О, трейд уже пришел, пацаны. Уже пришел, вижу по телефону. Так, калашик мы наш, естественно, быстренько принимаем. Кровавый спорт, отлично. Так, сколько он по стиму? Так, по стиму калаш стоит 9600, а мы выводили за сколько еще раз? За 10 300. Ну, 400 рублей, обычно, конечно... А, так тут еще 4 наклейки, голографический Virtus Pro по 1300, слушайте. Так, не, мне нравится, тут на 5400 только наклейка, отлично. Ну тогда, тогда все круто, отлично. Так, нормально, мы уже как бы подняли и к балансу плюс 1000, и при этом еще вывели скинчик за 10 тысяч. То есть мы сегодня уже по-любому будем, ну, как минимум в нуле, потому что калашек за 10 тысяч я уже вывел. Так, хорошо, давайте тогда сейчас попробуем логово ледяного феникса, одну штучку за 2700 рублей. Так, падает ночная буря, ну, как будто, кстати, не супер круто, да? Ну да, 1300, давайте еще один. Так, ну какой, ну почему не P90 хладнокровный? Вот он стоит до хрена, юз предатель вот вообще не до хрена, еще один. Королева пуль. Не, этот кейсик меня сегодня жестко сливает. Давайте попробуем, maybe, магически одну штуку за 2700. Так, магически выдает 2500, слабовато, еще один. Ладно, тогда было не слабовато. На балике 3800, ладно, у нас тогда цель — дожить до всех бесплаток. Я считаю, это хорошая цель. Давайте палатку по 5 штук покрутим. Вначале не выдает, сука, дела-то у нас плохо, еще 3. Вот, сейчас выдал, неплохо, 2600, давай еще 4. Так, сейчас опять выдал 3000, неплохо, неплохо, продаем. Ну, кстати, не бешеный плюс был, но ладно. И опять 5, давай, хорош окуп, 2700, слабовато, еще 4, не могу, еще 3. Ну, какие 1300, мужик, ну какие нахрен 1300, еще 2, ну, что-то сливать начинает. Ладно, на самом деле надо сейчас продать. Так, на балике 1382 рубля, но у нас уже открыт даже платиновый кейс. Это меня радует, но я хочу попытаться до конца все-таки с этого баланса открыть все бесплатки. То давайте костер на озере. 801 рубль, спасибо. Спасибо большое. Еще 3 не смогу, еще 2.
Ну, можешь вы... Ну, 640. Ну, неплохо, но это минус. Но это уже вообще отвратительно. Орбитр, неплохо. 1100. Ну, слушайте, нормально. Еще 3. 1038. Еще 2. Не, ну мне сейчас самое главное просто набить стоимость для элитного кейса. Найс, 1700. Погодите, а шансы-то есть еще 3. Нормально, 1700. Слушайте, окупай 2400 на балике. И до элитного осталось 32 тысячи. Ну еще, конечно, немало. Давайте дошли его по 5 штук покрутим. Попробуем с него дойти до элитного кейса. 1100, неплохо, еще 5. Дошли вообще хороший кейсик. Меня часто окупает. Он такой для лоу-балансов, наверное, один из самых лучших. Да, найс, вот стабильненько хорошо окупает. Вот такой мне нравится. Ну, он сейчас чуть-чуть накаркал. 1025, отлично. Так, еще 5. Еще 5. Давай, выдавай, пожалуйста. У меня балик очень маленький, к сожалению. Но мы неплохо сейчас набиваем стоимость. Ну, открытие кейса для бесплаток. Я бы сказал, прям очень хорошо даже. 1046, отлично. Мы еще и окупаемся понемногу. Сейчас даже, может, 3000 уже. 1200. Нормально, нормально. 2700 на балике. Меня все устраивает. Но пока... Вот пока меня стабильненько по чуть-чуть окупает, в принципе, я жаловаться не буду, естественно. 1100. Найс. Слушайте, мне прям вот этот кейс нравится. Он очень хорошо выдает. Ну, а сейчас, сука, подслил. Так, сколько нам осталось до элитного кейса бесплатного? 13 тысяч. Ну, как будто, кстати, мы сможем даже с этого баланса дойти уже до элитного кейса. У меня прям есть ощущение. А когда мы все бесплатки откроем, там можно хорошо камбэкнуть. Если повезет, то все 10 тысяч выбить. Ну давай, давай, родной, выдавай еще лучше. Так, 547, хреново, еще 5. Еще 5, ну что-то вот сливать начинает. Нет, еще 300, отлично, еще 5. Но мне даже интересно, мы сможем даже, сколько там осталось? Сможем ли дожить до элитки? 5000 осталось, ну как будто, кстати, вообще ерунда осталась, да? Вот, 1400, отлично. Еще 5, так, 1100. Отличненько. Нормально, 2000 опять камбэкнули. Но мне кажется, уже можно сделать вывод, что мы до элитного кейса дошли. Не, вот на самом деле дошли, кейс очень хороший. В плане вот чисто пооткрывать кейсы для бесплаток. И при этом немножко окупиться еще. 934, еще 5. 588. Ну и по идее, если я не ошибаюсь. Да, все, у нас все бесплатные кейсы открыты. Смогли до них дожить, слава богу. Давайте еще заберем с них халяву. А тут еще что, пацаны, но я думаю, вы заметили, что бесплатные кейсы открываются постепенно. В зависимости от того, насколько вы... Сука, ну почему не МК Азимов? Насколько вы открыли платных кейсов? МПТ Гидра... 4400, отлично! Ну такой меня, естественно, тоже устраивает. Теперь платиновый. Вот это хорошо было, на балике уже 6800. Вот еще платиновый, если повезет, 1002-4 может выдавать. Но Глок Нинуар это не то, что я хотел. К сожалению, это не то, 840. Но нормально, на балике 7714 рублей. Давайте сейчас все остальные кейсики уже быстренько откроем. С них обычно что-то супер. Хотя 800 рублей золотого, кстати, хорошо. А с них обычно что-то супер жесткое уже не падает, я хотел договорить. Так, бронзовый, каменный, ржавый у нас остались. Пульс 170, ну нормально, 9000 апнули, я хотел, конечно, десяточку, ну 9 тоже сойдет. Так, ой, так, я случайно нажал, короче, миснул по мышке, меня назад выкинуло. Короче, 90 рублей там этот тактикотик стоил. Так, нормально, на балике 9106 рублей, давайте сейчас пытаться камбэкать. Я как бы хочу еще и по балику остаться в плюсе, и при этом остаться с выведенным калашом. С выведенным калашом. Магический карточка вот сюда. 3600, отлично, отлично, вот уже и на балике десяточка. И давай, шашлыки, 5 штук, мы окупаемся и будем на этом заканчивать ролик. Тек-опустошитель, P90 тоже окупает, отличненько. Вот это говно, конечно, но вот эти два вроде неплохих. 5400, у нас сколько? По идее сейчас на балике 11 тысяч. Да, давайте лучше вот на этой прекрасной ноте будем заканчивать ролик. Мы сегодня к балику подняли плюс 1000, но при этом еще вывели коллажик за 10600 рублей. А там с наклейками он на самом деле по стиму все тысячи, сколько? 10 тысяч коллаж стоит и еще 1005 наклейки. То есть 15 он стоит, считай, по стиму. Но я считаю, это отличный результат за видос. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скивас карты скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про рыбалку, гонку, барабан бонусов, бонусы. Короче, халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. И видос, я считаю, ну как бы заслуженно. И лайки, подписку и комментарии я прошу. Потому что, пацаны, калашик за десятку вывели. К балику при этом еще сверху подняли. Но не ролик, а красота. То с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, парни. Всем удачи, всех люблю.